Оказать помощь с покупкой продуктов и предметов первой необходимости теперь могут волонтеры. Такая поддержка стала возможной после создания волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. Волонтерский корпус начал функционировать с прошлой недели. И за это время по единому номеру колл-центра поступило порядка 50 звонков об оказании различного вида помощи. Обращаются не только жители города, находящиеся на самоизоляции, и люди старшего поколения, но и молодые мамы с маленькими детьми, соблюдающие режим нерабочей недели. Закупка продовольствия или медикаментов, вынос мусора или просто консультации. Колл-центр отрабатывает эти звонки в самостоятельном режиме. Если не получается дать консультацию или помочь, например, нужна медицинская помощь, то перенаправляется звонок в колл-центр по противодействию коронавирусу или просто сообщается телефонный номер и интернет-ресурс, где можно получить ту или иную информацию. Помощь оказывается бесконтактна, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции. Также по избирательным округам поддержку людям старшего поколения оказывает депутатский корпус партии «Единая Россия». Очень важно, что волонтерский центр работает. Мы фиксируем всю эту информацию официально. И поэтому у нас очень хорошее взаимодействие организовано с нашим волонтерским центром. На данный момент в штабе 15 постоянных волонтеров. Они справляются с объемом работ, но при необходимости штат будет пополняться. Центр помощи волонтеров работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Номер колл-центра вы видите сейчас на своих экранах. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».